эфире «Афиша». Я, Анна Троян, знаю секрет сладкого ноября. Рецепт смотрим в этом выпуске. Маленьким люберчонам эти выходные запомнятся надолго. Яркая, красочная и невероятная куколка Лол расскажет подрастающему поколению свои секреты классных вечеринок. Танцы, активные игры и веселая пати. Орбита держит марку по развлечению детей. Прихвати с собой в космополис друзей и миллион улыбок. Оторвемся на полную катушку. Театр «Чердак» вновь порадует своих гостей иммерсивным спектаклем. На этот раз к участию приглашаются все. Зачем? Рассказываю. Барыня отправила служанку за 3-9 земель принести то, не знаю что. Но есть один нюанс. Героиня не справится сама. Приглашает ребят поучаствовать в путешествии. Бродить по лесу с Дуней – одно удовольствие. По пути мы встретим всеми знакомых персонажей. Бабу-Ягу, Кощея и многих других. Они нам помогут выполнить одно большое непосильное задание. Приходите получать удовольствие и окунаться в детство. Народные забавы, песни, пляски, выходные, гуляй, душа русская. Я, конечно, не скоморох, но зазываю вас в Центральный парк отдыхать вместе всей компанией. Игровая и интерактивная программы в субботу не дадут замерзнуть на свежем воздухе. В воскресенье ансамбль русской песни громко и весело поразвлечет народ люберецкий. Не пропустите. Все, что я успела вам рассказать, разбавьте свой досуг яркими красками, и тогда осень точно не покажется хмурым временем года. С вами была Анна Троян. Пока-пока!